Люс, запомните, что я вам скажу. Исия перестала быть женщиной. Ее убили, ясно? Что? Ее убивали дважды. Первый раз в Хиросиме. Мы, нашей бомбой. Ха. Второй раз, когда здесь прошло радиоактивное облако. Все. Здесь прошел дождь. Прекрасный. Ласковый. Теплый. Радиоактивный дождь. Об этом знали только двое. Она и я. Третий, ваш дружочек Ганс, просто сыграл в ящик. Погодите, док. Я прощаю все, кроме оскорблений моего достоинства. Док. Я падаю только после 13-го стакана. Заглотали 20-й. Потанцуй. Ты опять делаешь ошибку, Джио. Нет. Да. Ты для него только эпизод, он же знаменитость. А я простой колониальный доктор. Для меня ты все. Вся жизнь. Мы не успеем контрабандиста, мистер Люс. Черт с ними. У вас такой усталый вид. Ничего, отосплюсь. Может, вам принести лекарство? Спасибо, милый. Слушай меня внимательно, Люс. Когда я сказал Гансу, что его девушке осталось жить всего месяц, он стал серым. У него даже носик заострился. Это бывает перед смертью. Он был хороший парень. Этот Донброк. Но... Где она? Я не ясновидящий. Это Иси была ясновидящей. Она знала. Где, когда, где родился, как и когда умрет. А кто-то же должен знать, где она. Наверняка. Зачем вам все это? Зачем вам Иси? Мне дали телефон мистера Анума, мистер Люс. Он друг продюсера Шинагавы, у которого работала Иси. Спасибо, Хоа. Послушайте, док. Вы согласитесь сказать перед объективом то, что сказали мне сейчас? Зачем? Это нужно для фильма, док. А, фильм разоблачения. Наплевать и забыть. Как это в Библии? И это пройдет. Верно. Не надо. Не пейте же вы. Завтра в 7 часов утра я начинаю снимать. Два ящика виски, скажу что угодно. Закажите на завтра двух осветителей и камеру. Не знаю, успею ли я. Я помогу. Два ящика виски. Слушайте, не старайтесь казаться скотиной, док. Вы добрый, славный парень. И глаза у вас, как у раненого. Раненому три ящика виски. Ладно, бутылку пива. Уговорили. И потом меня шлепнут. А, вы с ума сошли. Вы не знаете здешний мафию? Да, о чем будет фильм? Я не умею рассказывать. Все начнется с Хиросимы. Джейн, вы видели Хиросиму? Да, я была там прошлым летом. Там очень красиво. Да, красиво. Док, вы помните войну? У нас в Штатах никто не помнит войны. Люди теряют память, как зонтики в метро. А это свинство. Если человек беспамятен, это вроде как... терять самого себя, свое достоинство.
Я хочу показать в фильме, что такое сегодняшняя война. Апокалипсис — это рождественская сказка по сравнению с тем, что они готовят нам. Милая, добрая рождественская сказка. А вам поверят, Люс? Мне не поверят. Ладно. Мне редко верили. Но поверит и Си. Поверит и вам, доктор. Какие вам сигареты купить, мистер Люс? Кент. Вы серьезно думаете снять этот фильм? А где кадры взрыва атомной бомбы? Где свидетели, факты? Где ИСИ, наконец? Я сниму этот фильм. И найду ИСИ. Позвольте вас пригласить. Я не танцую. Я вас очень прошу, потанцуйте со мной. Моя подруга не танцует. Понятно вам? Это я же сказал, не танцуй. Важно. Она не танцует! Что вы делаете? Люс, остановите! Люс, помогите, остановите! Док, не надо!